Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, мы продолжаем проходить метро Исход, и сейчас мы с вами отправимся на миссию по спасению сектантов. Вот здесь вот где-то их держат бандиты, и нам нужно, ребята, их спасти. Все-таки мы хоть и не любим этих сектантов, но тем не менее они, в принципе, обычный народ, которым вскружили голову, и им нужна помощь. Ну а бандиты всегда были плохими, и их нужно наказывать за жестокое обращение с людьми. Не забывайте, друзья, поддерживать видео лайком, обязательно писать комментарии со своими советами. Ну и нас ждет еще довольно много приключений в мире метро Исход. Я повторюсь, ребята, я никуда не тороплюсь, хочу осмотреть здесь все. Постараться, конечно же, пройти игру на хорошую концовку, и совсем скоро у нас будет уже мост, на который мы с вами отправимся, и там-то, в принципе, будет одно из наших сюжетных решений, на которое будет влиять на концовку, на сюжет игры, на ее финал. Вы слышите, как они орут? Нужно поставить бандитов на место. Для начала давайте осмотрим окрестности. Все вот эти близлежащие домики. Я не думаю, что прям сейчас, знаете, всех сектантов начнут убивать. Такс. Смотрим, что у нас, ребят, по припасам. Чистка оружия пока что не нужна. Я думаю, сейчас нам лучше всего, кстати говоря, поставить на наш автомат, на калаш, поставить обычный прицел. А, он и так стоит обычный, тогда мы его как раз сейчас возьмем. Не знаю, воздушка, конечно, это хорошо, но... Возможно, здесь иногда придется действовать побыстрее, чем... Стреляет воздушка. Так, это какие-то кролики или кто-то. Какие-то зверята какие-то. Так. Еще немножечко припасов. Забираем. Офигеть, они здесь кого-то повесили. Или кто-то повесился сам. Так, еще шкафчик есть. Хорошо. Я, ребят, повторюсь, что... Удерживайте L1. Для чего? И что мне это даст? Может, я могу этого парня спустить? Или просто из-за того, что темнота? Хорошо, у нас появилась метка. Давайте тогда... Будем потихоньку прокрадываться. Так, ага, я вижу банки. У них много ловушек. Ну, караван, давай,
Хорошо. Так. На пика подымем. Точно. Это если нам чисто фортанет, понял? Ну давайте, друзья, тогда будем аккуратно по верхам идти. А как караван хлопнем, глыба сам на барже грести будет. Так у них же буксировали. Скоро грести. Так, еще один. Буксир для главного дела нужен. Давайте банку срежем. Тут вот наверху один парень, нет? Я вот вижу снизу. Тихонько так, аккуратненько. Постараемся не подавать виду. Тут их немало, ребята. Такс. Смотрим. Давайте сюда. В свинарничек аккуратно за трупом. Так. Все пока тушим. Один там. Один где-то здесь. Вот он. Еще один. Черт, кажется, спалили нас. Собачка, прости, но ты была очень жестко на меня настроена. Остался вроде еще один, ребята. Так. Хорошо, какой-то усилитель для броника. Ну где ты? Не, нам, сука, стопудово тут. Ща я лошара этого на перо поставлю. Давай. Все, готов. Эй, парень, выпусти нас! Богу поклониться. Что нас эти нечистые пособники сатаны схватили? Так, ребят, пока мы ничего открывать не будем. Я понимаю, что мы пришли сюда их спасать, но тем не менее, давайте сначала осмотрим все, что у них есть. Открой клетку, а?
Так, оружие у тебя было? Не бросай нас! Слышишь? Я слышу, слышу, парни. Успокойтесь. Открой дверку, а? Давайте для начала просто все аккуратно осмотрим. Так, это два друга тут лежат. Я не бандит, я и пришел вас сюда спасать. Так. Оп. Хорошо. Ну, вроде бы все. Вроде бы тут больше ничего нет такого, что нам может понадобиться. Эй, парень, выпусти нас. Отойди-ка. Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней. Да, мне бы тоже хотелось что-то получить. Есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбина очищения приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Опачки, спасибо. Себя! Тебя ведь Силантия анафеме предаст! Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть, на их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Ну, что, ребят, вроде как спасли сектантов. Так, а что это, у тебя тут еще что-то? Нет? Лады, лады. А, так, грибочек. Сейчас тогда, друзья, мы с вами пойдем и сделаем улучшение нашего броника. Я не знаю, что там, конечно, за улучшение. Но раз мы рядом, рядом с комнатой прокачки, то почему бы не зайти и не прокачаться. Плюс сделаем еще пулик для нашей воздушки. С аптечками полный порядок, их не пришлось даже использовать. Здесь сделали все очень аккуратненько. Так, почистили это. Почистили вот это. Также, что у нас еще есть? Еще один шестизарядный барабан, а какой в нем смысл? Куда мне столько? А, нет, смотрите-ка, он шестизарядный, а здесь двойного действия. Понятно, он тоже отличается. Ну, ладно. Ладно, так, что у нас с броником? Разгрузка, патронные сумки. Дополнительные сумки под патроны. Шикарно. Это значит, что мы можем с вами сделать еще патриков, да? Так, собираем сюда. Сюда 150, 180. Классно. Вот это разбираем. Повторюсь, дробыш нам пока не нужен. И пулик под 100 штук. 120. Очень здорово. Очень здорово, ребята. Теперь мы во все орудия. Теперь, может, даже не так часто придется сдавать патроны. И тогда давайте смотреть по карте, что нас ждет дальше. Здесь, значит, две точки мы зачистили. Еще вот одна где-то есть на окраине. Ну, давайте тогда сходим туда. Посмотрим, что там. Ну чё, Артём, ты в кусту застрял, что ли? Так, тут кто-то рычит. Ага, вот вижу, сидит. Отдыхай. Они в норах, надо поаккуратней. Мне, видимо, в этот контейнер надо. Да.
Ох ты, елки-палки. А, паучье. Мы ждем фильтр. А, я ж так откинусь. Так, дневник. Видимо, не стоило мне, наверное, ребята, здесь разжигать лампу. Так, я хочу, знаете что? Я хочу дождаться, когда у нас закончится фильтр. 20 секунд. Куда ты залез? Что ты творишь? Да, я вижу здесь противогаз. Мы его сейчас заберем. 13 секунд. Хочется получить ачивочку. А здесь какой-то, видимо, может быть, улучшенный противогаз, нет? Сколько там? 1 секунда. Так. Теперь делаем фильтр. Есть последний воздух, и также мы получили противогаз. Все, эта метка, значит, закончилась. Возвращаемся тогда, ребята, на пути железнодорожные. Сейчас попробуем, наверное, я не знаю, выберем, наверное, другое оружие. И надо просто сейчас валить. Просто даем дропу так быстренько. Чтобы нас никто с вами не догнал. Так, противогаз можно снять. Да, все отлично. Наш вагон здесь. Ну, пока все неплохо. Я думаю, еще пару серий, и мы уже свалим с этой локации. Понятное дело, что, может быть, мы немножко на ней задержались, но интересно обследовать все. Потому как я вот именно в таких играх не люблю бегать, просто вот сломя голову. Типа, мне сказали, беги там на этот... Как его звать-то, господи? Беги просто вперед по заданию, включи или выключи, укради, что тебе нужно, и прибегай обратно, все, поехали. Мне интересно осмотреть, почему бы нет, мы с вами довольно много всего полезного уже нашли, и пока складывается все очень здорово, то есть какие-то вот такие вот мини-задания, типа спасение сектантов, это тоже интересно, они нам дали ключ от терминала, точнее от комнаты в терминале, который нам... пригодится. А здесь у нас что? У нас есть укрепленный шлем, а это увеличенный фильтр, да? Угу. А что дает укрепленный шлем? Тяжелый вариант спартанского шлема, созданный на основе композитного материала нового типа и обеспечивает повышенную защиту от пуль. Здесь защита поменьше, но использует волокнистые фильтрованные материалы с большим количеством сорбента. Что увеличивает суммарное время жизни фильтра. Давайте поставим такой, хотя пока, в принципе, каких-то перестрелок жестких нету. И мы не часто в этом противогазе гоняем. Так что... А, я хотел поспать до утра. Хочу уже пойти на терминал, думаю, утром. Сейчас очень много ночью животных, что не совсем комфортно. У нас есть еще до терминала пару мест... Куда бы я хотел сходить. Там есть один островок. По поводу сама, мне сказали, что в терминале будет какой-то момент, где мы, ребята, сможем его одолеть. Вышло солнышко. Стало на улице очень светло, и мы с вами отправляемся тогда дальше. Спасение сектантов — это здорово, но
У нас есть помимо этого и какие-то свои дела. Так, у нас вот здесь вот есть три точки, да? И как раз-таки там... Ну, слушайте, давайте пойдем тогда вот по этой стороне пока что. Дойдем до терминала. Там уже будет видно. Сейчас пока надо сохраниться. Надо сохраниться, надо взять воздушку в руки. Поднять свое оружие. У нас сейчас будет заправка. Вот оно что, точно, я вспомнил. На заправке там бандиты обосновались, которых нужно тоже будет мочкануть. Можно было, конечно, пойти туда ночью. Так, тут еще скотина. Вот ты тварь. Он не даст нам сейчас покоя. Воу! Отпусти! Охренеть! Это было жестко. Давайте заюзаем аптечку. Где ты, летающий ублюдок? Такое чувство, что наши патроны до него не долетают. Нам нужно на эту сторону. Бороться с этим летающим ублюдком не лучший вариант. А что это у нас тут? Еще одно какое-то тайное место, да? Ресурсики. Дозиметр зашкаливает. Надо отсюда сваливать. Давай, Артём, выходи. Тут что-то под мостом уж очень дико фонит. Нам эта скотина не даст покоя. Летающие. Если я сейчас начну его валить. Так, ты маленькая херня. Давай. Ладно. Заюзаем последнюю аптечку. Сколько же в тебя всадить надо? Иди нахрен отсюда. Ну давай, давай. А, когда он нас прям штурмует, это хорошо. Блин, он как-то зависает иногда в воздухе так странно. Начинает просто парить. Нет, мы так его не завалим. Надо взять воздушку.
Он что-то не хочет сваливать и не хочет умирать. Скотина. Надо подкачать воздушку. Воу. Вот ты тварь. Все. Наконец-то. Ух, ребята. Непростой был бой. Но мы должны были его убить, потому что по-другому сейчас... По-другому сейчас, ребята, мы не сможем пойти на... заправку, так как нас могут просто там сейчас мочкануть. Но нам нужны патроны. Нам нужны также аптечки. Так, шариков сделаем побольше и все. Давайте пистолет на перезарядку. И воздушечку. Тоже. Так, это у нас автомат. Мы все изрешетили. И самое забавное то, что с воздушки он... умирает гораздо лучше, чем с автомата. Потому что с автомата сколько пуль мы в него всадили, он все равно оказался жив. Так, тут сейчас надо как-то аккуратно пробраться. Вот здесь есть брод, походу. Не знаю, сколько там бандитов. Вижу пока одного. Надо вот того мочкануть наверху. Так, где кто еще? Понятно, ребята. Давайте кто-нибудь. Вот черт, сюда бежишь? Ну на, тоже получи. Так, где воздушка? Ну где? Вот он. Надеюсь, последний, нет? Там он еще вдалеке. Вот черт. Хорошо. Сдаешься, молодец. Это умное решение, дружок. Ты молодец. На. Теперь нам нужно осмотреть, что здесь было на заправке. Так, а где твоя пушечка? Вот она. Так, этот готов. Мне честно показалось, что кто-то был еще вот там слева. Вот здесь вот. Может, там и правда кто-то есть?
Не знаю, сейчас разберемся. Пока мы зачистили только заправку. Там еще наверху кто-то на заправке есть, да? Такс. Вот, полезный ящичек. Забираем. Не знаю, почему нужно было открывать с этой стороны, когда там была дверь. Чё-то кто-то еще рычит. Ага, пистолет. Тут есть еще вот у нас какая-то запись. Любочка, Любочка, да, понятно. Наверх, нам надо наверх за... Гули! Твою мать! Вот этого я точно не ожидал. Ух, ребят. Нормально. Давайте тогда подзаряжаем сейчас воздушку. Песенка продолжается. Мы сейчас посмотрим, куда нас занесло. Так, вот здесь вот, значит, есть что-то в конце вот тут. Туда мы сходим уже в следующей серии. Также у нас есть вот здесь что-то на центре. Не знаю только, где там. Где-то вот там, посередине, да? Хотя, в принципе, мы там и были, по-моему, это под мостом, нет? Или рядом? Еще на островке есть. В общем, тут еще достаточно мест, ребята. Еще 5 мест обычных и одно основное. А рядом с основным там есть еще что-то. В общем, ребят, увидимся в следующей серии. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока.